Ну что, здорово, катаны и кошечки, и вообще, дорогие мои любимые зрители, и вообще всех каналов в Ютубе, на которые вы подписаны, коих огромное количество. Надеюсь, что год будет лучше, будет интересней, и, собственно, больше будет интересных проектов у вас, у меня. О, божественно, кофе. Только что записывал мукбанг видео, это когда жрут на камеру. Мне кажется, я ничего не смотрел, мне кажется, это будет максимально мерзко выглядеть. Пончики просто топ. Это просто лучшие пончики, которые я продолжаю есть на протяжении нескольких лет уже. В принципе, по мне и так видно. А, в общем, это видео без смысла. Это просто нарезка старых видосов, которые были сняты еще давным-давно, коих я снимаю постоянно очень много, но никак не могу себя заставить все это дело структурировать и выпускать в каком-то одном ключе, в какой-то одной тематике, снимая все подряд. Поэтому вам приятного просмотра, сразу же, пожалуйста, лайкосик, комментарий, что вы ждете, потом еще в конце видео еще оставьте комментарий, что вы, собственно, ожидали, не ожидали вообще от этого видео, что следует вообще их делать, не следует такие влоги. Я, конечно, понимаю, что влоговая тема, она вообще никому не интересна, они не набирают просмотры, потому что если канал там сугубо какой-то технический, по технике, то чаще всего влоги не набирают. Если это канал про путешествия и про влоги, то они набирают, а технические видео не набирают. Куда его загружать, я еще не знаю, либо на основной канал, либо на лайв-канал, пока не решил. Но в любом случае советую вам подписаться и туда, потому что лайв-канал это больше будет как такая небольшая, ну в кавычках, как бы это ни звучало, помойка. А основной канал, техно-канал, на нем пока больше всего подписчиков, он будет про технику, про обзоры, про опыт, про все вот это вот. Это не телевизор, если что, это вытяжка. Все почему-то прям продолжают такие: а это что, сова? Я говорю: нет, телевизор. Они такие: а, ну мы так и думали, что это телевизор. Приятного просмотра, погнали, а я тоже погнал по своим делам. К нам 92-го, пожалуйста, наверное, да? Мама, мама, теперь я блогер. Теперь я блогер. Блогер, теперь я блогер. Тест новой чашечки из Икеи. Блин, на самом деле жалко, что я купил всего одну, надо было штучки три взять. Прям они офигенные, очень клевые. Доброе утро. Я бы не сказал, что оно, конечно, доброе. Так, ну, конечно же, чтобы быть уверенным, мало ли что, как говорится, береженого Бог бережет, но вроде как все обошлось. Фу, все. Как выглядят обычно правки после этого? Давай про вот, детей. А можно ли заглушить ор детей во время тостов? Естественно, можно, ведь ор детей пишется отдельным каналом. Да, многоканальный. Его потом же притушить можно, да, само собой, да. Короче, вот такие правки. Девочку убрать, это уже уголовщина. Да. Правки. Не обижайтесь, если вы это посмотрите, тот, кто писал эти правки, не обижайтесь, и с ними можно будет сделать все, что можно с ними сделать. Так, проба пера. Написали распаковочку петличной радиосистемы. Вот этой замечательной. В общем, вот так это все выглядит, как все это снимается на коленке. Сейчас попробуем подсоединить второй софт, потому что завтра у нас съемка. Когда нормальный хороший свет, прям мое почтение. Софт максимально ублюдский. Хотя, если взять даже, допустим, вот этот софтбокс,
он разбирается и собирается вообще в разы просто быстрее. Там нужно, ну, 2 минуты максимум. Такой журавль лучше не покупать. Ну, продаем. Если... Продаем. Так, блин, ну вот это прям сделано вообще. То есть по-взрослому. Раз, да. 2 и 3. Блин, ну вот это еще сделано более-менее. Тут прям все. Железненькое. Ну, ты думаешь, железо? Да. Ой, я, наверное, тогда сейчас вот так сниму. Давай, ты скоро так. Так, ну что ж, ребят, решили заправить вот машину, короче. Бензин, правда, дорогой что-то. Так, немножечко для обложек. Собственно, перегоняем автомобиль. Вот. Тесла, Model S, задний привод. Model 3. Model 3, точно. На улице минус 14, в принципе, где-то тут, минус 11. Вот. Вполне можно жить на электрических автомобилях. Прелести на этом не заканчиваются. Маканчик. Гоним его на ТО. Сегодня у нас распаковка распаковка новой шоколадочки НАЦ для белых. Вот. Значит, для распаковки мы используем специально обученных людей, которые... Хотя свет еще падает, такие одни щеки. Да. Я это про это хотел сказать, что у которого есть опыт в шоколадках. Итак, Александр сейчас у нас будет тестировать. Да, потому что к шоколаду ты отношения, особенно к белому, особо не имеешь. Мне кажется, это все то же самое. То есть просто белый шоколад. Как ты думаешь, белый шоколад вкуснее или черный шоколад? Да, там есть нуга, орехи. Единственное, просто в сникерсе идет арахис, а здесь... Кстати, он прикольный, он не такой сладкий, как черный, ну, темный шоколад. Черный шоколад, нас сейчас канал удалят за это. С каким лучше, так сказать, с каким лучше кофе пить это? Из Макдональдса или из Бургер Кинга? Это был обзор на НАЦ, на новый, который почти как сникерс. Что по поводу видоса, который я обычно записываю каждый год о канале «Через год», так сказать, в котором я делюсь своим опытом. С ним я все сроки уже просрал, мало того, что день рождения уже было, и вроде бы как бы надо было бы тоже записать видос по поводу этого, но, сами понимаете, синдром выгорания, плюс было достаточно много заказов, и времени этим заниматься не было. Поэтому, скорее всего, я что-то сделаю на Новый год, общий видос. И там уже все расскажу. Время продавать остатки от Canon. Это переходник Sigma MC11, на, чтобы использовать на объективы с байонетом EF для Canon. Вот. Последний объектив я продал. Собственно, это был полтинник от Sigma 50 мм F1.4. Отличное стекло, но очень тяжелое. Я вместо него купил 55 мм 1.8. Соневский, маленький, классный, компактный объектив. Так, ну что ж, обновление. 55, 1.8. Что осталось от Canon? Этот переходник мне уже не нужен. Canon-скими стеклами я не пользуюсь, потому что для видеосъемки у меня, опять же, есть несколько видео на эту тему. Они не подходят. А объективы Sigma, они тяжелые. Единственное, что я хотел бы от Sigma, какой объектив, это, наверное... 12-24. Location скаутинг, собственно, вот интервью будет записываться. 2 оппонента, свет и 3 камеры. 1 сюда и 2 в перекрестном огне, как говорится. Но взяли на всякий случай еще один годок 60-й и вот этот вот квадробокс. Хочу, чтобы сзади вот все. Да? Да. Но у меня поближе получается. Почти выставили свет, но есть одна проблема. Это лампа сзади. И надо, в общем, ее как-то, так сказать, не такой яркой сделать. Светить, как я говорил, будем уже стрипом одним. Звук будем писать на петле. Я беру сам у себя интервью на камеру. Блин, но... Я бы пошире сделал все-таки. Ну, на миллиметр. Ну, неплохо. Ну-ка, Сет. Блин, как я люблю экшн-камеры. Это просто подарок. Ты берешь, поставил ее и спокойненько
в экранчик наблюдаешь. Я правда ничего не вижу, у меня засвечено все здесь. Короче, сейчас мы уже выставили свет, как вы поняли. И нам нужно проверить петли. У нас сегодня первая съемка именно вот с этими петлями. Надеюсь, нас заказчик не слышит. Так, отлично, все, петли мы сделали, все у нас готово. Подливочь Хоббит и будничный буднич. Ну давай поставь еще. Не-не, пафосно. Супер. Так, ну что ж, примерно вот на такой ноте мы заканчиваем этот супер короткий вложек с подсъемами, со всей фигней. Вот. В общем, было интересно. Я думаю, мы запишем еще одно интервью, уже на другой немножечко локации. Это очень крутой опыт. Вот, надеюсь... Это... Можно, да, ебануть, да? Да, ебань. Наконец-то. Это не только прекрасный опыт, да, но и сами по себе люди очень интересные. Мы их слушали, и лично я... Мне казалось, что, ну, когда все уже закончилось, мне казалось, что все только начинается. Пиздец, как интересно. Вот, так что будем держать в курсе вас. Спасибо за просмотр, там, лайкосики, да, трыжечки, все дела. Вот, спасибо вам. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал. Пока. Ну да, ты можешь это нажать, можешь там нажать кнопочку, прям нормально. Как покрути, чтобы она по кругу ее покрутать. Это прям очень странное ощущение. Сейчас, давай, смотрю. Это очень странно. Так, это другая. Вообще. О, хорош, нормально.